В рамках стационарной палаты есть хотя бы на следующий год, так мы хотим начинать, две комнаты, в которых способность есть сделать вот это исследование полисомнографии. Для этого нужна только мобильная техника, это не так тяжело или сложно сделать. И единственное, что надо сделать, надо готовить больного, который спит. Надо склеить все электроды и технику ставить и так дальше. Потом надо ночью следить за спальным и ночью снять. И на следующий день утром сестра снимет эту технику, и потом уже сделается исследование, анализ, и больной получает диагноз.